Взрывное соседство продолжает набирать обороты. В поселке Жолнино, где уже год воюют непримиримые соседи, готовится газовая атака. Напомню, там один небольшой двухэтажный дом делят две семьи. Новый собственник выкупил первый этаж, снес лестницу, ведущую на второй, и фактически отрезал своих соседей. Те все это время спускались на улицы по приставной лестнице. В конфликт вмешивались и местные администрации, и полиция, и даже спасатели. Но компромисс так и не был найден. В итоге за неуплату на первом этаже отрезали газ. И вот сейчас жители второго этажа уверяют, что их оппоненты пытаются этот газ самостоятельно вернуть, тем самым поставив в опасность весь дом. Вот если вы посмотрите на угол дома, вот здесь, где вся развилка, которую он сейчас заложил коробом вот этим кирпичом, вот они там варят, искрят. Это каждодневная угроза жизни. С учетом того, что он еще нас и пугает именно этим, то становится страшно. Сварку вели ночью, и говорят, две утечки газовых было. Извините, а вы тоже здесь, да, проживаете? Мы не проживаем, в гости пришли. Я в гости. А, вы в гости пришли? Это не гость, это брат жены Косарева. В суде, кстати, он заявлял, что он здесь живет, а не гостит. По поводу сварки, варили они вместе с Косаревым, сейчас куда-то Косарева нету, но варил последний раз, когда я вызывал и газовую службу, и полицию, варил он. Может, он вариться хочет в газопровод, который ему отрезали за неуплату. Господа, дверь-то откройте. Нет, они все дома, они не открывают просто. Это целенаправленно делается постоянно. Их отключили вообще уже вся, ну, наша газовая служба их отключила. Сейчас они что делают? Они каждый день что-то варят, там обкладывают. И понимаете как? Вот каждый раз, когда они что-то делают, помимо того, как это выглядит и как это страшно выглядит, у нас все время пахнет газом. Мы вызываем газовщиков, они приезжают и устраняют каждый раз течь. У нас есть документация. От этих ворот нет, нет. Доступа нет. Мы когда-то писали, нам ответ из милиции пришел, что доступ свободный. Вот если он свободный, ну как войти? Если пойдет взрыв, то, наверное, по ветке по газовой полетят вся улица. Мужчина, давайте не будем скрывать, хорошо, Верку? Почему? Ну, давайте подождем. Я вам что-то не доверяю. Хорошо, а вы... Я открою. Я вам не доверяю. Вы опять не будете это. Это незаконно. Вот как я должен здесь... обследовать газопровод. Что они здесь делали? А делали, скорее всего, короб варили для того, чтобы закрыть этот газопровод, да? Да. С какой целью, я не знаю. Потому что на этом газопроводе не только его отключающее устройство, но и его квартиру, но и отключающее устройство на второй этаж. И если закрыть, то доступа не будет ни к его, ни, вообще ни к газопроводу не будет. И к отключающему устройству, которое к соседу идет. Я не уполномочен ломать. Я могу выдать только подписание. Он строит, он дальше, он варит, он строит, он каждый день угрожает. И все мы на это смотрим. Все службы. Пока мы, наверное, не взлетим, мы так и будем разводить все руками. Блин, это не моя обязанность, это не моя. Кстати, по поводу этого конфликта лежат уже десятки заявлений в полицию от обоих соседей. Также идут судебные разбирательства по поводу разрушенной лестницы и по поводу межевания придомовой территории между двумя сторонами. Но пока ситуация так остается неизменной.